Слава Украине, героям слава, привет всем от Полонского. Ребята, только что верховный дипломат ЕС, глава европейской дипломатии Боррель, Жозеп Боррель, сообщил, что ЕС готов в течение буквально пары недель начать крупную миссию по подготовке украинских воинов в Польше. Речь идет о регулярной подготовке на регулярной базе порядка 15 тысяч человек. Я так понимаю, раз в 2 или раз в 3 месяца эта подготовка будет идти. На настоящий момент такой подготовкой отдельно занимаются разные страны, не на уровне ЕС. Ну, Великобритания прежде всего, но Великобритания у нас не член ЕС, поэтому она продолжает. Она каждые 3 месяца выпускает 10 тысяч наших бойцов, это замечательно, полностью подготовленных по стандартам НАТО. Также обучением занимаются Нидерланды отдельно, Испания, ну, к своему оружию как бы подготавливают, Польша и так далее. Вот, то есть вот эти все моменты. Но такого, чтобы на это все делалось на, скажем так, основе Евросоюза, такое первый раз. И такое показывает, что Евросоюз однозначно, вот это самое главное, что Евросоюз однозначно видит нас членами НАТО. Потому что в противном случае он бы просто этим не занимался. Ну, как говорится, дали бы нам это оружие, то, что нам обещали, да? Да и, собственно говоря, все. Сказали бы, ну вот, ребятки, у вас оружие уже как бы есть. Громите москалей и, кажется, возвращайтесь с победой домой. Нет, этого мало. Они нас готовят по полной программе к вступлению в НАТО. И отлично, потому что если эта миссия будет действовать постоянно, она будет действовать и после нашей победы над фашистской Россией. Соответственно, количество наших воинов, подготовленных по стандартам НАТО, будет расти. Расти до тех пор, пока мы не станем, собственно говоря, органичной частью, точнее, Североатлантического оборонного альянса. Что и требовалось доказать. Слава Украине!